Дело об убийстве 4-летнего Артура Жукова из Глазова рассмотрят присяжные. Сейчас Верховный суд Удмуртской республики рассматривает кандидатуры заседателей. Трагедия произошла более года назад. Генподрядчика строительства моста через Каму оштрафовали за неисполнение предписаний Ростехнадзора. «Мостострой-12» заплатит штраф 50 тысяч рублей. Компания не провела вовремя госэкспертизу проектной документации по строительству объекта. Ирина Теслева будет исполнять обязанности Светланы Смирновой на посту постпреда главы Удмуртии в Москве. Об этом журналистам рассказал руководитель региона Александр Соловьев. Ледовые катки откроются в Ижевске в ближайшую субботу, 19 ноября. Сейчас лед заливают на стадионах «Динамо», «Купол» и в парке космонавтов. Два игрока «Ижстали» стали лауреатами недели в своих амплуа. В список лучших игроков высшей хоккейной лиги попали защитник Сергей Багалейша и нападающий Дмитрий Моисеев.